который рассматривается по хадису 565. Хукму аль-хасу аля аль-кабри салясан. Каково постановление кидать на могилу три горсти земли после того, как завершат похоронную процессию? Говорит сахаба касир мин аль-фукаха залика и атимадан минхум аля аль-хадис аль-мутакаддим. Многие ученые фикха считают это желательным, основываясь на хадис главы под номером 565. Вакад такаддам баяну дуафихи. Но мы уже говорили о том, что он является слабым. Поэтому فلا يشرع هذا العمل. Это дело не является узаконенным. لعدم ثبوت دليل عليه والله أعلم. Потому что нет на него довода. Танбих говорит примечание صح عن علي بن أبي طالب أنه حس في قبر يزيد ابن المكفر. Пришло достоверно от Али ибн Аби Талиба то, что он кинул горсть земли на могилу Язида ибн Мукаффафа. ولكن لا يصح فيها تعيين العدد. Но при этом не приходит конкретно, сколько раз кинул Али ибн Аби Талиб горсти земли на эту могилу. То есть не приходит достоверно относительно числа ничего. وهو محمول على أنه دفن مع الدافعين من مع الدافنين. И возможно то, что Али ибн Аби Талиб просто кидал землю, потому что что делал? Закапывали могилу вместе с теми, которые закапывали. Валлаху алим. И один Аллах лучше знает. Что касается этого асара от Али ибн Аби Талиба, то его приводит ибн Аби Шейба, а также Абдур-Разак би иснадин сахих. Достоверным иснадом. В общем говоря, это дело не является узаконенным, так кидать три горсти земли после того, как закончат захоронение человека. Следующий вопрос.